Путин в Чехии, вернее, его влияние. О пятой колонии Кремля говорят уже в открытую. Кто они? Подробнее Алексей Пшемыский. Чехию захватила путинская пятая колонна. Так считает бывший министр финансов и лидер оппозиционной партии ТОП-9. По его мнению, руководство страны давно и уверенно марширует в сторону России. Это профессиональная российская пропаганда. В этой пятой колонии известные и важные государственные деятели Чехии. Среди них председатель компартии Войтех Филипп и президент республики. Мастерством глубоких реверансов в адрес Путина президент Чехии известен давно. Напомню, на днях он заявил, что поддерживает российского коллегу и вовсе не считает его агрессором. А в прямом эфире Милош Земан покрыл матом советских диссидентов, которые выступали против оккупации Чехословакии. После этого по всей Праге разместили билборды с обращением лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Но, похоже, чешскому руководству до этого дела нет. Премьер страны в который раз заявил, он против антироссийских санкций. Санкции только вредят российской и нашей экономике и никак не влияют на Путина. А вот Путин на чешское руководство, видимо, таки влияет. А в Брюсселе этого то ли не видят, то ли не хотят видеть. Там, как всегда, лукаво молчаливы. Видимо, до тех пор, пока американцы глаза не разуют, как это сделали в отношении венгерских чиновников. Алексей Пшемыский, Павел Лысенко, Центральноевропейское бюро телеканала «Интер».